Сколько мы километров сегодня уже, Еда? Километра три? 6300. 6300 – это шагов. Я вам клумбочку поснимаю. Ой, как тут припекает. Хорошо. Как хорошо пешком гулять. Михалыч мне сегодня говорит, в окно гляну. Какая красота. Куда ты меня везешь? У меня даже червячок сомнения такой тоже зарождается, когда он так говорит. Ехать, не ехать, ехать, не ехать. А сейчас идет и говорит, нет, все равно на Кубань надо двигать. Значит, будем двигать. Как в этом году птицы поют? Мне кажется, никогда так не пели. Вот который раз иду тут, и который раз прям слышно, как надрываются. Даже во дворе у нас птицы поют. А вот эти елочки просто сказочные. Даже как в сказке. А кто это поет по звуку? Ну-ка определи. Это птичка. Кака? Летняя птичка. Жарко огурцам в тепличке. Смотрите, как повяло. Сегодня градусов 28 на улице. И вот такая. Не знаю, насколько тут температура. А, я градусник убрала отсюда. Ну, помидорки нормально стоят. Сегодня показывала вам на рынок. Не могу с камерой ходить по рынку, чтобы вот на людей наставлять. Поэтому втихушку снимала. Вот у меня вот в этом месте помидорки не хватает одной. Так что докупила. Они низкорослые помидорки у нас, скороспелочки. Где-то уже, да, вот уже цветет помидорочка. Уже есть. Так, вот тут у меня на улице еще помидорки стоят. О! Вот это вот, что за зверь, а? Вот никогда не видела на помидорах колорадских жуков. Видишь, ты сразу лапки подмял, притворился мертвым. Сейчас я его задавлю. А вот еще один. Ах ты ж, зараза же, а. Слушайте, никогда не было на помидорах. А это вот кто съел? Никогда на помидорах не было у меня колорадских. Первый раз вижу. Сколько вот лет сажаю. Надо же. Сейчас пойду еще на картошке проверять. Так, а вот наша картошечка всходит. Хожу вот так вот два раза в день проверяю. Так. Ну вот сидит. Вот откуда вы беретесь, ребята? Что характерно, он даже листы подгрызает. Сроду бы не подумала, обычно же их личинки. Ага, вот еще один сидит. Ты посмотри, что, а? Сейчас обед, я утром не выходила. И вот уже два есть. Обычно по два в день собираю. Так, тут нету. Вот он сидит. Какого фига вам тут надо? Ну-ка, сейчас я их давить буду. Я их на крыльце давлю, на сарае. На доску прям кладу. И их раздавливаю. Картошку ничем обрабатывать не хочу. Вот так буду собирать. Благо, у меня поле небольшое. Сколько он тут кустиков? 20, может, посадили. С недели в разницу. Ну так, поесть свеженькой потом. Ой. Так. А, вот он. Как же не видно-то. Вот он, дорогой. Яйца не отложили еще? Не. Эти 4 штуки уже. Так, тут не видно. Здесь тоже нету. И вот, ах ты, парочка сладкая. Ну, глядите сюда. Все. Пришла ваша смертушка. Алиска, ты бы хоть ловила бы, что ли, или ела бы хотя бы. Я сейчас на бетоне их раздавлю.
Ишь, заразы какие, а? Фу, какие противные. А? И так будет с каждым. Куш. Тут у меня салатик сходит. Посадили мы клумбочки нынче возле теплицы с Михалычем. Сколотили. Доски были, но жалко же. Вот с бани вытащили, которые. Но дрова жалко пилить. И взяли вот так-то. Огородили. Вот тоже клубничка у ребятишек. Здесь у меня тоже капуста ранняя и салатик. Вот он. Начинает уже проклевываться. Ну вот. С жуками покончено. Пилим мы абрикосов килограмм и черешни. Сейчас помыла, будем пробовать. Кисловато, не знаю, как Михалычу. Но всегда можно компот сделать, да? Так, абрикосик пробую. Более-менее. Нас дождем пугали, а тучки вон они за горы ушли. Туда, туда, там вообще черные прям тучи. Ничего себе. А у нас вот так солнышко. Да уж, зря радовалась хорошей погоде. Смотрите, какие тучи идут. Да гром прям громыхает такой. Окружает, ребят, окружает. Смотрите, черное небо какое. Лишь бы града не было. Все что угодно, но только не град. Это я лук порезала. Сейчас туда фарш добавлю. У меня отварен рис. Также добавлю. Перец, соль. Теперь вырезаем ножки у грибов и буду фаршировать фаршем. Вот такие матрешечки получаются. Честно говоря, первый раз делаю. И не смотрела в интернете, как это делают. Возможно, надо мариновать сначала грибы. Но я так. Свежие грибочки и фарш с рисом и с луком. Все-таки пошел град. Ё-моё! Деда, град пошел! Блин. Только не это. Вот это да. Наши растюшечки. Ну, в горошек такой пока идет. У нас бывают такие грады, что прям с ладонь. Ну, не с ладонь. Ты хотела града? Я хотела града, смотри, что я только закрыла. Их есть у меня. Есть. Ой-ой-ой-ой. Не побьет? Не знаю. Побьет, наверное. Не то чтобы очень крупный, но и не мелкий. Ну нет, это нормально, еще это пойдет. Вот там-то вообще все прям белым-бело. Все прям
Да. Ух ты, лужи, смотри, собираются между грядками. Да. Вот это да. Вот Петька, дурачок, клюет. Ну, градины да. Отлетают к нему. Ага. Ловит. Ну-ка. Теперь на окно не забывает. Ух, шум такой. Он еще идет. Мои грядочки. Град опять. Хотели к морю? Получайте море. У нас ведь улицу засыпали. И сыпали ее везде, то есть по всей длине. Вот видите, та часть выше дороги. И там всегда сухо. А вот здесь у нас вырыли яму, когда газ проводили. Вон соседи даже от града закрыли машину половиками. Ну и что? Я просила именно сюда насыпать песок и разровнять. Мы бы даже сами разровняли. Привезли кучу песка вон там, где мусорка. И оттуда навозили. И везде по всей улице ровненьким слоем в 2 сантиметра засыпали. А смысл? Вот у нас как было болото, так оно и будет. У Даши, кстати, вон там, смотрите, просвет, да? Она как раз за двумя горами живет, получается, вот так, да? Она говорит, у них вообще нет дождя, только громыхает, и все, и светло. А у нас вот так уже полчаса, наверное, идет этот дождь. Ну, сейчас хоть стих, ладно. Так что ошибалась я, что хорошая погода будет. Небушка с утра вам снимала чистое, и в обед было чистое небо. Вот так. Ну что, наш сильный дождь с ливнем и с градом шел целый час. На улице свежо. В магазине, вот магазин у нас по соседству, отключили свет. Слышно, генератор работает. Потому что такая молния была. Гром такой был, гроза. В общем, страшно было. Ну ладно. Я вижу, что все у меня целое в огороде. И я рада. А теперь покажу, что я приготовила. Вкусняшечка. Помидорки из Ташкента, ташкентские, и вот грибочки фаршированные и с рисом на гарнир. Всем приятного аппетита и пока-пока!